О, папа. Я думал, ты будешь жить вечно. Сейчас спущусь! Алло! Средняя школа Empire. Спасибо, ты очень помог мне, Трей. А, пустяки. Я все равно жду Рика, так что... О! Надо же! Как ты это сделал? Это проще, чем кажется. Нет, не думаю. Расскажи мне, что здесь происходит. Да, действительно. Есть заморочка. Только это секрет. Я, кажется, обладаю сверхсилой. Знаешь, почему-то не верится. Хорошо, я докажу. Давай, бей сколько хочешь. Спорим на сотню баксов, что не попадешь. Срубил в легкую. Что еще ты можешь? Ну, не знаю, меня стрекоза цапнула. У некоторых стрекоз шкура бронированная. Может, моя кожа? Ух ты! Вот и проверили. У тебя суперспособности. Мы одна команда. У нас будет слава. Будут бабки. Не забудь о девках. Не будет никакой славы и никаких девок. Мне не нужно такое счастье. Я хочу быть как все остальные. Не того желали тебе твои предки. Ты ведь мне не отец. Но я люблю тебя как родной отец. Я верю в тебя как твой отец. И я спал с твоей матерью точно так же, как твой отец. Тебе не понять меня. Никогда. Прекрасный спектакль. Ну, Рик, понравилось это? Сэм, что-то не так? Несправедливо. У них ничего нет. Я хочу все изменить. Так и будет. Когда-нибудь люди захотят от тебя подвигов. И тогда будешь ли ты готов? Давай бумажник. И кольцо. Нет. Когда-нибудь люди захотят от тебя подвиг. И тогда будешь ли ты готов? Рик, прекрати! Я умираю. Не надо. О тебе мой брат Альберт позаботится. Рик, все деньги теперь твои. Только продай акции маленькой компании Google. Пустышка. Вложи все в Enron. Рик, возьми тут кое-что. Залезь в карман пальто. Нет, в другой карман. Это кольцо принадлежало моему отцу, а до него моему деду. Будь достоин его, Рик. Вырасти героем. Оправдай.
ожидания.